Всем доброго времени суток. Это введение к серии моих будущих видеоуроков по тому, как рисовать в стиле, похожем на аниме. Или просто как рисовать на компьютере. У меня есть уже предыдущие уроки по рисованию в Photoshop и в Paint to SAI, но на этот раз я не буду делать урок по какому-то определенному, по какой-то определенной программе. Я смещу рисование в программе Paint to SAI и рисование в программе Photoshop. Начнем мы рисовать в программе Paint to SAI, потому что она прикольная, она проще Photoshop, у нее более простой интерфейс, более понятный. Она предназначена уже чисто для рисования. Здесь, в общем-то, ничего сложного нет, и поэтому я по ней буду объяснять, параллельно объяснять и уже показывать на практике, как рисовать. Файл мы изначально создадим в Photoshop, чтобы расширение у него было, естественно, PSD. В Paint to SAI мы создадим набросок и рисунок основной, а все уже какие-то эффекты, тексты и так далее будем делать в Photoshop. В Photoshop обычно делается что? Какая-то цветокоррекция, если она нужна. Обычно она нужна, конечно, для фотографии. Ну и для рисунков тоже бывает нужна. Какие-то надписи, текст какой-то, какие-то эффекты к слоям, blending options там. Потому что применять эффект надо в самом конце всегда, когда уже все готово. Иначе при перемещении в Paint to SAI эффекты могут просто слететь. Рисовать с нуля в Photoshop мы не будем. Особенно новичкам это будет хуже, это труднее. Нет, Photoshop, конечно, программа не сложная, это понятное дело, но рисовать в ней с нуля я бы на первых порах не стала. Тем более, если ресурсы компьютера не очень-то большие, то программа Paint to SAI идеально подойдет, потому что потребляет очень мало ресурсов, в отличие от Photoshop, как бы его ни настраивали. Итак, о работе с этими программами я рассказала. А чем будем рисовать? Рисовать будем, конечно, графическим планшетом. Очень часто вижу комментарии по поводу того, чем же рисую я. Не только я думаю, что все, кто выкладывает уроки по рисованию, рисуют с помощью графического планшета. Wacom, Genius, Trust и прочие там фирмы, я точно не помню. Любой графический планшет, который вам по душе, дорогой, недорогой, не имеет значения. Рисовать надо только им, а не мышью. Итак, теперь небольшое отступление. Помимо рисования вообще в Photoshop, там, в Paint to SAI, я также владею такими программами, как Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, немного Adobe Flash. Ну, это, конечно, не реклама, просто если у вас какие-то проблемы есть с этими программами, если ваше рисование там связано с рисованием каких-нибудь татуировок, принтов и так далее, то лучше такие вещи делать, конечно, я думаю, в Vectre. Поэтому, может быть, я сделаю какой-то небольшой курс по Illustrator тому же или Corel Draw. Просто бывает такое, что рисунки тесно связаны с какими-то векторными там вещами. Ну, например, не знаю, тот же самый логотип. Логотип у меня, конечно, как бы убогий. Не знаю, под какой травой я его делала. Вот этот вот. Хочу его переделать, и я думаю, что целесообразнее сделать это в какой-то векторной программе. Потому что размеры будут меняться все время, поэтому в растре я не вижу смысла делать. Ну и также анимация по флешам. Или вот, и также я еще, ну так, среднем, начальном уровне владею программами Adobe Premiere. Просто обрабатывать видео и Adobe After Effects. Adobe After Effects — это вообще анимированный Photoshop. Эта программа классная, по ней есть много хороших уроков. Если хотите анимировать свои логотипы, заставки и так далее, конечно, надо делать в этой программе. Ну, также в дополнение ко всему веб-дизайн. С дизайна книг я не перешла на веб-дизайн и немного начинаю заниматься HTML и CSS, а также планирую JavaScript изучить. Это как бы, еще раз повторяю, не реклама, это просто такая как бы информация, там, просто это может быть немного взаимосвязано, опять же, с рисованием, потому что у меня были такие ситуации, когда свои рисунки приходилось вставлять на страницу.
Кстати, если кому-то интересно будет, у меня в ссылках есть ссылки на мое портфолио. Ну, оно, конечно, маленькое. Сюда мало чего выкладываю. Последнее я пыталась сделать свой сайт. Здесь как раз все сделано в фотошопе. И потом есть видео, где я уже сделала HTML-код, написала HTML-код и применила кое-какие стили, и уже делала видео. Ну, кому интересно, конечно, это само собой. И также, когда приходилось вставлять свои рисунки в главную страничку сайта. Вот. Это просто общая информация, если будет кому-то интересно. Возвращаясь от... Еще раз напомню, что скоро будут уроки по фотошопу и пейнту. И всем до скорой встречи!